Друзья мои, я вас приветствую. Сегодня мы поговорим о несуществующем во всем мире заболевании дисбактериоз кишечника. А почему я говорю несуществующим? Потому что международная классификация болезней 10-го пересмотра, которую утвердил ВОЗ, не признает такого заболевания дисбактериоз кишечника. Почему в России дисбактериоз есть, а во всем мире нет? Потому что во всем мире очень сознательное население, в Европе, в Америке принято лечиться у нутрициологов, нутрицептов, которые назначают биологически активные препараты для профилактического направления. Это может быть профилактическое направление кишечное, суставное, сердечное, нервное, и против старения, и против опухолей и всякое другое. У нас в России, к сожалению, этого не принято, поэтому нам как хлеб нужно иметь диагноз дисбактериоз, иначе наше население лечиться так и не заставишь. Поэтому, когда я вот анализирую всю эту ситуацию, я смотрю и понимаю, что на Западе и в Северной Америке там просто некому этот диагноз ставить. Там люди справляются с дисбактериозом на уровне биологически активных добавок еще до того, биологических препаратов, пробиотиков, еще до того, как они пришли к врачу и показали свое расстройство. Плюс к врачу пойти там до и люди понимают, что вкладывать в свое здоровье – это путь к тому, чтобы потом сэкономить на враче. Надеюсь, что и у наших людей вот, такая сознательность, такая ответственность за свое здоровье тоже скоро к нам придет. Следующий момент, которым хотела с вами поделиться, это меня все время спрашивают на стриме: «А что вы сейчас читаете?» Я все в таком тупике, я по одной книге в неделю читаю, это минимум. И чаще всего, конечно, это профессиональная литература, но попадается и художественное. Если в таком тупике, не знаешь, что ответить, потому что как-то в лоб. Вот поделюсь, дважды прочитала. Ребят, настолько оказалась полезная книга, она переведена на русский язык. Можете почитать Джулия Эндерс «Очаровательный кишечник». Так вот, там две трети этой книги посвящено нормофлоре, и особенно прям дифирамбы. Джулия Эндерс поет «Лактобактерии рамнозус». Я когда читала, это было летом 2016 года, я просто вот думала: «Боже мой, какие молодцы европейцы! Все обследовали, все узнали, что есть какие-то уникальные лактобактерии рамнозус, которые работают в кишечнике как природный антибиотик, обладают противоопухолевым, иммуностимулирующим эффектом, защищают наш организм от всякой нечисти, которую мы получаем через рот, начиная едой, заканчивая поцелуями и едой всего на свете и грязными руками, и вообще способствует синтезу белка, витаминов группы В, К, интерферонов. В общем, как мы раньше жили, не зная о лактобактериях рамнозус. И где берут европейцы и американцы эти лактобактерии рамнозус? Они их берут в препаратах, которые в большом количестве представлены у нутрицептов. То есть они сами сознательно стимулируют свой иммунитет. И вот Эврика. Наконец-то на нашем российском рынке появились аналогичные препараты. Я вам их показываю. Витанар и Геолакт. Витанар целиком состоит из лактобактерий рамнозус. Геолакт на какую-то часть состоит из лактобактерий рамнозус, остальное здесь лактобактерии, бифидобактерии и гиалуроновая кислота, которые проводник всех этих бактерий к месту назначения. Итак, разобрались. Дисбактериоз, оказывается, в природе существует, и есть он и в России, и везде. Главное иметь инструменты, как с ним бороться. Второй момент, откуда он берется у человека. Дело в том, что бактериями дети запасаются, еще проходя через родовые пути матери. Дальше сосанием через сосок, через молоко матери бактерии попадают в кишечник ребенка, и к 6 месяцам, когда мы вводим прикорм, мы уже считаем, что к 6 месяцам готов кишечник у ребенка полностью переходить постепенно к общему столу за счет содержания там бактерий. Но кто целиком на грудном вскармливании, те знают, что проблема грудного вскармливания – это запоры у малышей от 0 и до 4-5 месяцев, до первого прикорма. И запоры эти обусловлены как раз недостатком флоры. Кто вовремя пришел к педиатру сразу после рождения ребенка, тоже помнит, что педиатр сразу вам сказал: у деточек флоры нет, пожалуйста, применяйте при пробиотике. Вот я вам сейчас представляю пробиотики. Витанар и Геолакт. Ой! Витанар и Геолакт, которые можно использовать у детей с 0 месяцев. Дозы детей 1-2 капсулы в день, 1-2 капсулы в 2 приема,
доза взрослых 2-3 капсулы, 2-3 приема. Я повторяю, эти препараты разрешены от нуля, то есть самого маленького возраста. Что еще можно использовать? Очень хорошая схема. Вот на канале Макарова Мама я провожу стримы, где мамочки задают мне вопросы, как жить, как чувствовать, как детей лечить. И очень часто распространенный вопрос, как давать детям пробиотики, как справиться с запором или диареей у детей. Вот открываю очень бюджетную, хорошую схему. Пожалуйста, покупайте препараты Ацилак и Бифидумбактерин. Если у деточек диарея, то мы 3 дня даем Бифидумбактерин. Его можно растолочь и дать с 5-10 мл водички. И 3 дня даем Бифидумбактерин, на 4-й день даем Ацилак. Если это запоры, то мы 3 дня даем молочнокислые бактерии Ацилак, 4-й день даем Бифидумбактерин. Повторяю, режим дозирования смотрите по возрасту ребенка. Это 1-2 капсулы в день, как правило. Это 1-2 таблетки растолченных, которые можно давать с 5-10 мл воды или молочка. Также деткам можно эти же препараты давать в свечах. В свечах мы их даем по той же схеме. Если поносик, то бифидумбактерин 3 дня, 4-й день Ацилак. 3 дня бифидумбактерин, 4-й день у нас идет Ацилак. И так в течение 2-3 месяцев. Если запор, то 3 дня Ацилак, 4-й бифидумбактерин. 3 дня Ацилак, 4-й бифидумбактерин. Но не забывайте, что все же эти препараты, и бифидумбактерин, и Ацилак, есть в виде флакончиков, которые мы разводим водой. Единственное, помните, детки от 0 до 3 месяцев, это очень маленькие детки, и вы разводите водой дозу во флаконе не до рисочки, а половиночку. Потом на ложечку или на пипеточку, лучше, конечно, на пипеточку или, в принципе, с иголочки, впрыснуть это все в ротик ребеночку, немножко ему пофиксировать, чтобы он проглотил, а не со слюной все это вышло. И дисбактериоза у вашего ребенка не будет. Поэтому, друзья мои, дисбактериоз, несмотря на то, что такой строчки нет в международной классификации болезней, как феномен всей нашей жизни существует, дисбактериоз снижает качество нашей жизни, отравляет нашу жизнь, мешает нам чувствовать себя здоровыми, счастливыми. Дисбактериоз является началом очень многих аутоиммунных заболеваний, простудных заболеваний, снижает наши шансы быть здоровыми, счастливыми и крепкими. Особенно снижает шансы наших детей. Поэтому помните о том, что наше здоровье в наших руках. Заботьтесь о себе, будьте ответственны и при первой же удобной возможности старайтесь заболевания предотвратить, а не потом долго и упорно их лечить. А теперь пока!